Да, вижу. Вот. Теперь, короче, смотри. Теперь, короче, смотри, что мы с тобой делаем. Два МФД, да? Сверху у него такая вертелочка над каждым. Night, day, там, off. Да, да. Над любым. Просто щелкнет положение day, он, короче, заработает. Заработало. Теперь смотри, под ESP, вот эта вот куча кнопочек по центру, внизу ряд кнопок идет. AP, EF, Takan, там, EELS, EFL, DL. Видишь? Так, что-то я... Нет. А, да, вижу. АП, ЕФФ, Такан, ИЛС, да, вижу. Вот, самый крайний, правый, он off. Один раз левой клавишей мыши. Готово, но ничего не поменялось. Совершенно верно, сейчас загорится. Не, значит, один раз надо было нажать. Смотри, на самом ESP справа и слева две вертелочки. Волн, там, господи, off.com 2, off.com 1, звук, короче. Такан, кстати, какой Такан? 0.10 же был, да? Это да. Ряд этих кнопок. Видишь, у тебя там, тебе, наверное, не видно. Руки повернись в сторону. Я сделал 0.10x. Да, отлично. 0.10. Сейчас я сделаю. Все, 0.10x Такан. То есть, да. Понял, в левом нижнем углу режим Такан переключаешь, должен заработать. Готово. По идее. Так. Так. Давай с ICP разберемся. Разберемся с этой чертовой ICP. По центру, смотри, под вертелочками звук, где ком 1, ком 2, да? Да. Две такие кнопочки под каждой снизу квадратики. Это, короче, как раз вот ком 1, ком 2. Если нажмешь левую, у тебя на ICP появится, как это аналог DEDA, да, на F16. Да. У тебя появится выбор режима UHF, каналы, также частоты вбиваются. Все. Теперь смотри. С правой стороны, господи, экран РВР, видишь, да? Так. Да, вижу. Да, теперь смотри правее от него, правее еще чуть вниз. Там переключатель большой, кук написано, да? Да, это вижу. Газ переключает, да? При посадке понадобится. И еще правее такая здоровая ручка черная. Это вот как раз стрелы раскладывать. Сейчас сложенные, когда вырулим, их можно будет разложить. Хорошо. Теперь смотри, с левой стороны от левого MFD переключатель Master Arm. Сейчас положение сейф стоит. Да, переключил. Вот. И смотри, две кнопочки над ним маленькие. AA, AG, то есть режимы переключают Safe Player, Safe Ground. Они здесь. Понял. Сброс подвесок под Master Arm. Да, понял. Fly high, не, лучше низкая, наверное, да? Да, низкая, значит, ее меньше вероятно, что собьют. А верхняя это зона поиска, походу. Так, Леха, давай попробуем вырулиться, что делать-то. Надеюсь, у меня педали работают, да? Стояночный тормоз. Так, а где у нас стояночный тормоз? А, понял. Слева. Ты на правую доедешь? Да. Погоди, не переключил канал, я сейчас остановлюсь, тут грабанемся. Жив тут. Леха, ты слышишь меня? Да, слышу, я на 15-м канале. Ты что, со сложными крыльями рванул? Да нет, это боты. Нифига не мастера, блин, профессионал. Они в полете расправляются. Ага, как соколы, да? Ты видел, как он туда ушел?
Да вообще, блин, Жека. Он у меня не трогается, я не понял. Дальше, Лёха, у меня почему-то эта защита не поднимается. Двигай, двигай дальше, 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 дальше. Дальше, 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 дальше. Давай, давай, давай. Боты взлетают, потом нас не пускают, ё-моё. Тут всю эту фигню. Дальше, Лёха. Опаньки. Еще один поплыл. Ты вперед можешь двинуться? Нет, я же на этом самом на крюке сижу. А, подцепили катапульту? Да, меня подцепили. Не дают, походу, потому что защита не поднялась. У меня тоже не поднялась? Нет. Давай попробуем сейчас. 15-й, да? У тебя все поднято. Поднято? Да, сзади. Прием. Как слышишь? Нормально там? Нормально. Вызывающимся влево. На вторую точку. Взлетел, все хорошо? Да, все хорошо, шесть все убрал. Да, отлично. Первый район, блин, с ума сойдет. Так это он орет, что ли? Да. Так убавь, на этом, за русом, вертелочка аудио. С правой стороны она вернет. Убавил. Один так доведет. Так, дата-линк-то мы не настроили? Это вот отличный вопрос. Какое сейчас расстояние до седьмой точки? Я что-то не пойму. Сейчас, погоди. Все, радар чуть-чуть увидим. Короче. Хрен его знает, короче. Короче, 73 мили. Ну это пора уже отстреливать. Они на восьмую ты разве врубил? Вроде на восьмую, он же на восьмую свалил. Да, он на восьмую, а танки на седьмой. А, там же танки на седьмой. Ну давай тогда. Клетка, в принципе, еще далеко, если честно. Я уже выпустил по седьмой. Красавец. Ну давай я пойду. Так, и что оно хочет? А где категория переключается? Какие? А, вот это я не нашел. Кстати. Вот это вот большая проблема, это я хер знает где. Ты видел когда-нибудь, короче, боты с сложными крыльями взмывают? Не. Я офигел, когда увидел. Да там все забаговано. Это было очень сильно. А как они с авика падали, у них это... Нет, ты зря, прикольно на самом деле. Прикольно, но он еще не допилен. Потому что ты не. Да, я. В там мануале же написано, что мы продолжаем над ним работать. И все. Ну теперь что-то меня. А, это 18. Я захватил тебя. Да, 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 я уже слышу, блин. Ты не пальни, как вчера. О-о-о, Грей, беги. Беги. Ай, как мой плен лучше, а? Какая-то польза у тебя будет нужна. CVVM, да? У вас какой? 70-й Винсон. Винсон, говоришь? Да. Ну, Винсон.
А слушай, я вижу довольная помеха на радаре, но не могу. Привет, меня зовут Винсент. Винсент? А я Мия. Sting, 9-1, inbound for landing. Что, коктейль за 5 баксов? Sting, 9, you are outside my airspace. Contact me 30 miles out. Он добавляет. Sting, 9-1, inbound for landing. Винсон, да, говоришь? А, слушай, нету, по дальности нету. Может быть. Ага, ТР. Ничего надо включить, как она. Нет, просто ТР, ТР, просто ТР. Ну, ТР включен. А ТР это этот, скажи мне, заправщик топлива. В смысле? А, все понял, понял. Танкер, конечно. Угу. Танкер. Ну не который по воде плавает, а летает. Ты такой грудной такой пишешь, а? Слушай, у меня офигительный план, я сейчас рублю просто радар по земле и муску ближе. Так ты на первую точку-то иди. А я куда потом уйду? И что, так они находят? Еще миг 40.